Есть такой анекдот про психбольных, которым, если обещали, если они будут себя хорошо вести, то им в бассейн воды, водички нальют. Так и мы живем. Тепленькая пошла. И это, кстати, для жителей дома на Островитяново настоящий праздник. Ведь роскошь в виде даже теплой воды у них бывает нечасто. Эксклюзивные, между прочим, кадры.